Наступила ночь, и Большая Вася вовсю подготавливалась к войне. Впрочем, как и Снежок. И уже в 12 ночи началась война. Началась Великая война. Все начали сражаться, в том числе Большая Вася с Белым Васьком. Но вы думаете, что это конец ночной битвы? Нет, это только начало. Днем продолжались бои, но Белый Вася и его команда нашли это. Команда Васи офигела. Но ничего было не поделаешь, и они продолжали войну. Белый Вася начал кидать во врага самолетик. А команда Белой Васи бежала. И так было много раз. Но помимо этого продолжались и обычные бои. Но уже 16 мая Большая Вася забрала самолетик и начала стрелять по врагам. Но 20 мая начнется новая битва. Первого июня войну прервала гроза.
После всех этих событий погибло очень много котов. Но скоро будет много битв.